Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Крепко заперто. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Враги. Что делаем? Отец, я готов. Что это значит? Слушаюсь. Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Застывшая смола мирового древа — основа для светового кристалла. Но где он сам? Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Я не готов!
Готов! Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... Не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло, да? Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Хорошо, к делу. Иногда лучше вообще ничего не купить. Так что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Ого, Самур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. Трума!
Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Там что-то есть. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Вперед! Рома! Срочная броня! Прости, я не готов! Мимит, ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Еще кристалл. Дай знак. Рома! Что теперь?
Почти вышло. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. Я понял. Хорошо. Развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу. У тебя есть другая, то я слушаю. А дальше? Держись. Все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно? Напиши. Вар, Хауст, Ветур, Сумар. Не-а, неправильно.
Артур, Хауст, Вар, Сумар. Все равно нет. Сын, какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Вар, Сумар, Хауст. Не вышло, но в маминой песне было так. Хауст, Вар, Сумар. Обратно потечет. Что? Конечно. Загадка. Ответ задом наперед. Сын. Ветур, Хауст. Вар, Сумар. Загадка. Зима последняя. Вот так, брат. Зима, весна, лето, осень. Напиши. Вар, Хауст, Сумар, Ветур. Нет. Может, я? Нет. Мне нужна тишина. Зима последняя. Точно не? Тихо. Зима последняя. Наоборот. Сын. Хауст. Вар, Сумар, Ветур. Еще раз, сын, песню. Зима, весна, лето, осень. Если развернуть, зима последняя. А осень в начале. Знаю. Конечно, брат, просто напомнил тебе то, что ты и так знаешь. Попробуй. Вар, Сумар, Вар, Ветур. Кажется, никогда не выйдет. Зима, весна, лето, осень. Но в обратном порядке. Осень первая, зима последняя. Ха! Вот. Хауст, Сумар, Вар, Ветур. Да! Атрей, то слово. Фола, значит длиться. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем! НР-4.
энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Фола! 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 Слева, Троу! Не пройти! Пока нет!
Чаша упала! Все рушится! Не готов! Струма! Прыгай! Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное — разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Знаешь, что ты делаешь? Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов. А Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут.
Посмотри на это! А, большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Грома! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Туда не добраться. Thank you.
крепко заперто. Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. С чего бы начать. Есть еще разговор? Хватит дурить, делай то, ты сам не дури. Я не шучу. Он сражался с дядей и ушел живым. Пускай дядя ни хрена. Но если отец его, значит и мы пойдем. Хватит припасы. Соберись и помогай искать. Да, как же повести отца? Ох, да печешь ты меня. Да, нельзя подвести отца. Ищи давай. Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот ты. Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Не указывай мне, что делать, брат. Замедлился.